Порядок во власти, порядок в стране. Представители общественного совета при администрации Октябрьского района собрались, чтобы обсудить инициативу реформирования системы органов местного самоуправления. Сейчас в Самаре действует двухуровневая система, однако за 10 лет работы она себя не оправдала. Понятно, что каждый житель наш, от того, что округа были небольшие, чаще мог встречаться с депутатами. Но, как говорю, что одних встреч недостаточно, важно, чтобы решались вопросы. Мы, несомненно, собрав все лучшее из того, что отработано при двухуровневой системе, с учетом предложений, сделаем совершенную систему местного самоуправления, которая будет себя показывать эффективно. Главное – желание работать. Одна из основных новаций – перераспределение полномочий между разными уровнями власти, переход к одноуровневой системе. Новый законопроект предусматривает повышение ответственности органов местного самоуправления и региональной власти за исполнение своих обязанностей и взятых на себя обязательств перед жителями. Мы изучим все это предложение, которое было здесь сделано на этом совещании, и постараемся, конечно, вникнуть и свои, может быть, какие-то предложения со своей стороны дать. То есть мы заинтересованы в том, чтобы действительно структура власти работала у нас четко, понятно, быстро, оперативно и с минимальными затратами бюджетных средств. Напомним, что на двухуровневую модель системы местного самоуправления Самарский регион перешел в 2015 году. Тогда это было экспериментом, в котором помимо Самары участие приняли Махачкала и Челябинск. Я 16 лет возглавляла постоянные комиссии по культуре райсовета и потом горсовета. Сейчас, вот, слушая о тех изменениях, мне кажется, это просто возвращение вот к тому, через что я уже проходила эти многие годы. И это был эффективный момент. Поэтому сегодня я поддерживаю эти обсуждаемые предложения. Считаю, что у нас все получится, и по возможности сама все буду делать для этого. Предложение о необходимости реформирования системы органов местного самоуправления обсуждается членами общественных советов при администрациях. Если жители поддержат инициативу, то городская дума выйдет с соответствующим предложением о внесении изменений в устав города. Виктория Шара, Ксения Баканова, Валерий Майоров. События.